крайней мере, ту парочку наконец пришибли. Джоэл, я был уверен, что охотники. Осталось найти двух погасов из пикапа. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Идем дальше. Я хочу покончить с этим делом до завтра. Хрена! По крайней мере, ту парочку наконец пришибли. Я был уверен, что они слиняют. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Идем дальше. Я хочу покончить с этим делом до заката. Черт! Не убивай меня! Пожалуйста, не надо! Слышишь, по крайней мере, они боятся нас. Главное не расслабляться. Да я не к тому. Хорошо, что ты со мной. Это типа комплимент. Понял. На Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выберет этих подонков. Только бы эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут, тут радости будет. Джоэл, на втором этаже еще один, смотри. Да, я вижу. Пригнись. Маркет-стрит. Там дробовик! Маркет-стрит. Здесь,
Смотри в оба! Окей! Эй, не упусти его! Он здесь! Грузовик! Точно отряд вышел на связь. Черта нет. А Маркет... На Маркет Стрит. Элли, беги от них! Попробую беги, турист, гренов!
Восточный отряд вышел на связь. На Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, вы прячете подонков. Только бы эти туристы выползли на свет. Вижу! Убегай! Зараза! Стрит. Да, они как раз там. Может, вы прячете подонков. Скорей! Не, у меня пусто. Держись за мной! Вообще пусто. Видите его? Его здесь нет!
Нет, у меня пусто! Зараза! Походи, ублюдок! О, да. Нас не сломить. Что? А, да. Комиксы эти. Да. Теперь понятно, как этой зоны не стало. Так. В каждой битве свои проигравшие. А как же их семьи? У всех есть семьи. Об этом лучше не думать. Само получается. Сюда, сюда, Эля. Давай! Вот так. Скоро придем. А я жила в таком месте, еще в карантинной зоне. Еще. Везде эти плакаты. Я смотрел это кино до эпидемии. Правда? Он ее прям выпотрошил? Да никого там не потрошили. Кино детское. А зачем ты его смотрел? Не знаю. Не будем отвлекаться. Ладно. Давай свернем в переулок. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. Нет. Семь. Холодно. Десять. Блин. Ну, не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Баба килой. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. Откуда у тебя 24 тушенки? Мы на него с Рейтоном наткнулись на цель. Обычно пополам.
не протухло? Когда откроешь? А что? Так я тоже хочу. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от толкуна. Я подумаю. Надо было оставить тебя подыхать. Да ладно, будет тебе тушенка. Только прекрати фигней страдать. Надеюсь, она не тухлая. Это консервы. Чего и тухнут? Семь. Холодно. 10. Теплее. Ну, не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. А откуда у тебя 24 тушенки? Из старого военного холодильника. Мы на него с Грейбаном наткнулись в отель. Добычу пополам. А не протухло? Когда откроешь... А что? Так я тоже хочу. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от щелкуна. Я подумаю. Надо было оставить тебя подыхать. Да ладно, будет тебе тушенка. Только прекрати фигней страдать. Надеюсь, она не тухлая. Это консервы. Чего им тухнуть? Видимо, из пулеметной башни. Пригнись! Видишь его? Ну что же нет? Семь. Холодно. 10. Теплее. Ну, не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама клянусь.
У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. Откуда? Его нет! Рассредоточьтесь! Чего они по нам палят? Видимо, из пулеметной башни. Пригнись! Шесть. Нет. Семь. Холодно. Десять. Теплее. Ну, не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. О! О! Держи их! Здесь!
6. Нет. 7. Холодно. 10. Теплее. Я не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Ой! Пулеметной башни, пригнись! Окружаем! Эли, беги! Смотри, чтоб не вырвался! Семь. Холодно. 10. Блин. Ну не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама тебе. У тебя 25 банок тушенки. О! Мама клянусь. У тебя 25 банок тушенки. 24, одну я уже съел. Не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама клянусь. У тебя 25 банок тушенки. 24, одну я уже съел. Не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама клянусь. У тебя 25 банок тушенки. О! Держи их! Он тут... Прикрой меня! Я иду! Видимо, из пулеметной башни! Пригнись! Не знаю. Чего они по нам палят? Видимо, из пулеметной башни. Пригнись!
Ну, не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мамой клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я... О! Нельзя куда-то поцарапать, не могу. Видимо, из пулеметной башни! Пригнись! Десять? Блин. Ну, не знаю, 20.
А 25 не хочешь? Фига себе. Мама, клянусь. У тебя 25 банок тушенки. О! Ну, не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама, клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. Знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама, клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. О! Не хочешь? Фига себе. Мама, клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. Ой!
25 не хочешь? Фига себе. Мама, клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 20... Держи их! Он внутри! Из чего они по нам палят? Видимо, из пулеметной башни. Пригнись! Отвлеки его. Конечно.
Элли, прикрой! Да! Thank you.
Он там! Кажется, оторвались. Спокойно. Нас не видят. Твою мать! Ах ты ж! Джоэл! Стой! Стой! Джоэл, стой! Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Извини, что так вышло. С пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними и мы. Сейчас там, наверное, тоже, что и здесь.
Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. А вы с дочкой вдвоем? Мы не родственники, а скорее... Я обещал за ней присмотреть. Да, я понимаю. Стоп-стоп! Не шумите! Не подходите к окнам! Их нет. Долбанный грузовик! Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Элли, прикрывай. Что нашли? Ладно. Ничего. Сэм. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. Ладно. А где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно. Подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Что нашли? Ничего. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. А где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно. Подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Вот здесь! Что нашли? Ничего. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. Держи его! Хорош! Давай, я прикрою! Получилось. Неплохо, старик.